Всем доброго здравия, с вами Андрей Драг. Как вы просили, GTA 5 на компьютер, я, естественно, это вам предоставляю. Ниже под видео будет ссылочка на данный торрент файл. Вы скачиваете его, скачиваете саму игру, после чего у вас будет 61 гигабайт папка вот такая. Вы нажимаете Setup, установить, да. После выбираете русский, естественно, убираете музыку здесь. Создать папку в меню пуск тоже убираете. Вот, выбираете определенную папку, куда бы вы желали, нажимаете «Да». Вот, тут выбираете русский и поставить галочку, если вы хотите, ну, чтобы автоматически установил таблетку. Вот, перед этим я сразу вам советую отключить свой антивирус, потому что при установке игры вот этих два файла он будет заносить как и думать, что это вирус. Поэтому я советую либо в доверенные сразу же как-то их поставить, найти эту папку, прописать, вот, отключить антивирус, потому что очень может съесть. И не забывайте, чтобы у вас сохранение находилось, и сама игра не на латинице написана, должна быть не на русском языке. То бишь у вас вот папка, мои документы, скажем, и вот тут должно быть где-то... Вот, Rockstars, как бы, Games, вот, сохранение GTA 5, вот. И тут должно, ни на каких русских букв не должно иметься. Вот, никак не в игре, в папке, вот, не так же в документах. И я надеюсь, я вам помог. Я желаю вам всех благ, всего самого лучшего, приятной игры, до новых встреч. С вами был Андрей Драга. Пишите, подписывайтесь и ставьте пальчики вверх.